Вітаю вас, люди, і слава Україні! Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. Ми бачимо те, що у нас на YouTube-трансляції стоїть тема про знищення літака ворога. Так, чергова сушка знищена. Сили оборони України збили російський літак на Донеччині. Про це повідомляє начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов. Уламки впали біля Костянтинівки, деякі з них на приватний сектор. Кілька будинків, на жаль, пошкоджені. Моніторингові канали писали, що на Донецькому напрямку збили штурмовик Су-25, чергова сушка. А там спочатку було непорозуміння, тому що росіяни казали, що це вони збили наш літак. Але по тих запчастинах, які ми бачимо, та видно, що це російський літак. Але ми з вами поговоримо зараз про те, що відбувається в Ізраїлі, між Ізраїлем та Іраном. Знаємо, що президент Сполучених Штатів Джо Байден порадив Ізраїлю не завдавати ударів по нафтових об'єктах Ірану у відповідь на масовану ракету-атаку, яка сталася раніше цього тижня. От, власне, що з цього вийде, чи дослухається Ізраїль цієї поради, та взагалі яка зараз там ситуація? Про це говоримо з нашим гостем Цві Зільбер, головний редактор «Лучше радіо» в Ізраїлі. Пане Цві, вітаю вас і слава Україні! Героям слава і шабат шалом! Вибачте, я не знаю, як відповідати. Ну, шабат шалом. Все добре. Так, давайте поговоримо про те, що зараз відбувається. Ну, з того, що я знаю, з найновішого, та, що стосується Хезболи, то Ібрагім Амін Аль-Саєд погодився бути призначеним новим генсеком терористичного руху Хезболи. Тут його вже деякі люди називають черговим суїцидником, тому що ми знаємо, що той другий, та, після Насрали, теж довго не прожив. Розкажіть, що зараз відбувається, яка зараз ситуація між Ізраїлем та Іраном? І як ви відчуваєте, чи готуються нові атаки зі сторони Ізраїлю? Хороший вопрос. Ну, во-первых, по поводу следующего генерального секретаря Хизбаллы, я думаю, что для Ирана это в очередной раз страшный позор. И опять же, уровень смеха, карикатур, мемов и издевательств в социальных сетях просто зашкаливает, да? Даже вот в арабоязычных, ну, кто готов быть новым генеральным секретарем? Но я думаю, что если они кого-то и назначат, то этого человека куда-нибудь вывезут, или в Сирии спрячут, или в Ираке, или, может быть, даже прямо в Иран вывезут, для того, чтобы не получилось это еще раз. Потому что, понимаете, на протяжении почти 18 лет, да, после Второй Ливанской войны, Израиль... Ну, всегда армия готовится к прошлой войне. Израиль готовился к войне с Ливаном. В отличие от Газы, которой наши военные относились почему-то с пренебрежением и считали, что никогда Хамас не прорвется через наши датчики, через наши укрепления. И, в общем-то, он большой угрозы для Израиля не представляет, кроме ракетных обстрелов, примитивными ракетами, против которых у нас есть железный купол. Поэтому вот в Газе, скорее всего, но это одна из причин, почему Израиль так и опростоволосился 7 октября год назад. Ну, а зато к войне в Ливане, к войне с Хизбаллой Израиль, как мы видим, подготовился очень хорошо. Поэтому я думаю, что любого там боевика мы найдем и ликвидируем. Поэтому, причем мы видим, что взрывчатки Израиль не жалеет, пробивает самые глубокие бункеры. И, соответственно, Иран в очередной раз опозорился. Если они еще одного назначат и еще раз его ликвидируют, то тогда уже будет совсем нехорошо. Теперь по поводу противостояния с Ираном. Вот Байден говорит, что он убеждает Израиль, пытается убедить Израиль не бомбардировать объекты иранской нефтяной инфраструктуры. Я даже боюсь думать, что произойдет в этой ситуации. Обычно Израиль в такой ситуации ведет себя ответственно, потому что Иран же уже заявил, что если будет атакована их нефтяная инфраструктура, они атакуют нефтяные инфраструктуры всех соседних стран, в том числе, например, Азербайджан. Да, Израиль получает для себя нефть из Азербайджана. 60% нефти в Израиль идет из Азербайджана. Ну, а также заодно и Саудовскую Аравию, и Эмираты, и, в общем-то, все страны вокруг для того, чтобы, значит, взорвать Ближний Восток, инициировать большую войну и, соответственно,
нанести удар по мировому рынку, по мировому нефтяному рынку. Они, когда это заявили, уже сразу цены на нефть подскочили. Поэтому мне трудно себе представить, что Израиль будет бить по нефтяной инфраструктуре, хотя, на мой взгляд, это наиболее действенная мера, и действительно объекты нефтяной инфраструктуры, они не так защищены, как, например, ядерные объекты, и все-таки, знаете, когда атакуешь гражданскую инфраструктуру, то понятно, что эта инфраструктура служит для того, чтобы финансировать военную, да, но тем не менее это может вызвать международную реакцию очень негативную, и Израиль, конечно же, не хочет, чтобы его сделали главным виновником большой региональной войны, потому что все так призывают нас воздержаться от каких-то действий, которые приведут к масштабной войне на Ближнем Востоке, хотя она уже идет. Это такая странная ситуация. Что еще должно случиться, чтобы вы поняли, что идет масштабная война? Идут обстрелы. Свій, ми собі це питання так само вже задаємо, вже голосніше, вже третій рік поспіль, та у нас війна 14-го року. І от ми так само ставимо це питання і кажемо, ну що іще вже так багато знищено і не чують. Ми не маємо, напевно, права і не можемо порівнювати ситуацію ізраїльської війни та російсько-української війни, але питання звучать насправді ті самі до наших міжнародних партнерів. Да, от я не зрозумів, наприклад, почему у Израиля и Украины совсем другой ландшафт? Почему западные союзники могут помогать Израилю сбивать ракеты, но не могут помогать Украине сбивать ракеты? Я, честно говоря, это не знаю. Мне это совершенно непонятно, потому что, ну, слушайте, гибнут люди. Люди, они и в Израиле, и в Украине люди. И кровь красная, и так далее. Я не могу понять, почему такая абсолютно чемберленская политика, чем и пользуются, собственно, все агрессоры, и Иран, и Россия. Я не понимаю этого. Честно говоря, мне это вообще не понравилось. Но пиком лицемерия это было заявление России в ООН. Россия осудила Израиль, заявила, что неприемлемо, что Израиль должен немедленно вывести все свои вооруженные силы из соседнего государства и предпринять все действия для дипломатического решения всех проблем. Понимаете? Вот просто пик лицемерия страны, которая два с половиной года назад напала на свою соседку, причем это была агрессия, ничем не спровоцированная, и явно это была абсолютно захватническая, грабительская война диктаторского режима, да, но при этом вот они становятся в такую миротворческую, надевают на себя позу миротворца и, значит, призывают Израиль немедленно вывести свои войска из Ливана и предпринять меры для дипломатического урегулирования. То есть, ну вот, я не знаю, я не могу себе представить даже большего лицемерия. Ми, на жаль, можемо, тому що ми розуміємо, що Росію ми не можемо та якось дати їй характеристику, якось її логічно осмислити, тому що це абсолютно алогічна країна, алогічні представники цієї країни. Вони брешуть, але не, ну, це там подвійні стандарти, там біполярочка. Знаєте, говорячи про Росію, от говорячи про те, що Байден попросив не завдавати удару по нафтовій промисловості Ірану, ну тому що ми справді розуміємо, що ця атака може спровокувати, як ви сказали, і удар Іраном по нафтовидобувним підприємствам і в Саудівській Аравії, і інших арабських країнах. Ну і окрім того, так це так само може призвести до різкого зростання цін на пальне. А це є одне із головних питань передвиборчої кампанії у Сполучених Штатах. Росії, з іншого боку, це було б дуже зручно, щоб піднялися, і дуже вигідно, щоб піднялася ціна на нафту. Крім того, от якщо вже говоримо про Росію, ми пам'ятаємо, що Іран постачає Росію зброї, і зброю, та якою вона так само б'є по Україні. Ми пам'ятаємо, що Вашингтон звинуватив Тегеран у постачанні балістичних ракет малої дальності до Росії для використання проти України. А як ви вважаєте, Ізраїль може завдати удару от саме по іранським військовим об'єктам, особливо по тим, які виробляють саме балістичні ракети?
Да, я думаю, что это наиболее вероятный сценарий, но я хочу все-таки сделать небольшое отступление, раз уж вы подняли эту тему. Хорошо. Послезавтра, 7 октября, и мы будем отмечать годовщину страшного нападения на наш народ, на нашу страну, наверное, самое страшное после Холокоста. И я хочу всем напомнить... потому что прошел уже почти год, и, наверное, это не зафиксировано. Господа, 7 октября – это день рождения Путина. 7 октября – это день рождения Путина. И никто меня не разубедит, что за этим нападением стоит Путин. Ну, никто меня не разубедит. Теперь несколько доводов очень коротко. Первое. Главным бенефициаром этой войны является Россия. Она отвлекла внимание от Украины, она отвлекла потоки оружия от Украины и, в общем-то, можно сказать, перевернула мировую доску. Ей был очень выгоден еще один конфликт, и теперь все осуждают Израиль, а не Россию. Теперь Россия показывает, говорит, посмотрите, что делает Израиль, то же самое, что и мы, и, в общем-то, давайте, значит, все мировые усилия направим на обуздание Израиля. И второе, очень важно, когда 7 октября, год назад, Хамас напал на Израиль, то иранцы были не в курсе, Хизбалла была не в курсе. То есть мы не можем сказать, что это за этим нападением стоял Иран. Иран вообще стоял за вооружением Хамаса и подготовкой его вот в такую боеспособную армию, которая сумела провести такую операцию и обойти все израильские системы безопасности. Да, Иран действительно за этим стоит. Но именно это нападение, это был подарок Владимиру Путину на день рождения. У меня просто нет никаких в этом сомнений. И до сих пор Россия является главным бенефициаром этой войны. Потому что, посмотрите, Иран просто в дураках остался. Да, Иран сейчас фактически, у них отрубили два самых мощных щупальца. И, наверное, еще и третье отрубят в виде хуситов. И останется у него просто уже совсем ерунда. Хизбалла обезглавлено, несет кровавые, большие кровавые потери. Хамас практически тоже раздавлен и обезглавлен. Единственным, кто является бенефициаром всей этой истории, является Россия. Вот. Я думаю, что вот это мы зафиксировали. Теперь мы можем пойти дальше. Ядерные объекты. Понимаете, вот Дональд Трамп сегодня призвал Израиль нанести удары по ядерным объектам и заодно решить иранскую ядерную проблему. К чему это я говорю? Понимаете, Израиль, ну, давно уже говорили в мире, что в конце концов, в конечном итоге, Израилю придется самому решать иранскую ядерную проблему военным путем. Но это не совсем так, потому что Израилю не хватит сил решить эту проблему в одиночку. В Иране много ядерных объектов, ну, наверное, с десяток самых важных. Они разбросаны по всей стране, они хорошо спрятаны под землей, в тоннелях под тысячами тонн горных пород, и достать эти объекты очень трудно. Лететь далеко. Израильские самолеты, израильская авиация может это дело бомбить, а у Израиля нет, скажем, ракетных войск, да, чтобы мы могли обстрелять Иран ракетами, как Иран обстрелял Израиль. То есть у нас есть ракеты, которые даже могут нести ядерные боеголовки, вот эти самые ХЭЦ, но мы используем их не ХЭЦ, а Ерихо. Но их запасы очень ограничены, и Израиль пользуется авиацией в основном. Но авиация туда летит с дозаправкой. Число дозаправщиков не очень недостаточно. И понятно, что дозаправка в воздухе – довольно сложная логистика. Поэтому, ну, с самого начала всем было понятно, что военным путем Израиль может решить ядерную проблему только при поддержке США. Теперь поддержит ли Байден Израиль, если Израиль нанесет удар по иранским ядерным объектам? Очень трудно сказать. Если Байден не поддержит, то, соответственно, Трамп будет использовать это как колоссальный рычаг давления на Камалу Харрис перед выборами. До выборов остается месяц, давайте не забывать, и это тоже очень важный фактор. Но, с другой стороны, Биби не решится атаковать иранские ядерные объекты, не заручившись сразу заранее обещаниями Байдена, что
Америка подключится к этой атаке и поддержит Израиль вот, в нанесении таких ударов. Поэтому мне кажется, что вероятнее всего будет нанесение ударов по... Да, и это я к тому, что Трамп призывает Израиль нанести удар по иранским ядерным объектам. Это его часть его предвыборной кампании. Да, это совершенно предвыборные дела, и я не думаю, что Трамп, если стал бы президентом, то вместе с Израилем произвел бы эту атаку на иранские ядерные объекты. Но пока в предвыборной риторике, конечно, он призывает Израиль это сделать. Поэтому наиболее вероятный ответ – это атака каких-то ксировских объектов на территории самого Ирана, возможно, с ликвидацией самых там разных генералов. Поэтому, вот, ну, на мой взгляд, вероятнее. Впрочем, я могу ошибаться, но, на мой взгляд, вероятнее всего вот это. Ну, крім того, ми знаємо, що окрім того, що справді може бути військова відповідь, аналітики пишуть про те, що може бути чергова відповідь, яка не передбачає, наприклад, ракетних ударів. Це те, що президент Сполучених Штатів Байден заявив, що запровадить додаткові санкції проти Ірану. От я хочу у вас запитати, наскільки діють зараз санкції проти Ірану, і чи от зараз, маючи от справді до річниці вже 7 жовтня буде післязавтра. Чи справді зараз в цьому стані, в цей час, на Іран ще діють якісь санкції? Іран 40 років під санкціями. І, несомненно, вони діють, тому що ну, люди, які бували в Ірані, вони подтверждают это чувствуется на каждом углу, от старых машин 40-летнего возраста до того, что в Иране элементарно нельзя заплатить карточкой. Там ходят только наличные, и единственная, наверное, страна в мире, где невозможно ни за что заплатить карточкой. Страна, где автономный интернет, отключенный от всего мира, страна, которая... там инфляция порядка 70% в год сейчас, вот по последним данным, которые я видел. Конечно, да, и мы видим, что и оружие, которое Иран производит в больших количествах, оно, в общем-то, извините, из говна и палок. То есть это не оружие, которое соответствует там каким-то западным стандартам, стандартам НАТО, или там можно его сравнивать с израильскими системами вооружения. Конечно же нет, и мы видим, что 200 ракет было пущено по Израилю, и жертв, ну, один человек случайно погиб, палестинец из Газы, который находился в районе Иерихона, да, и, в общем-то, жертв и разрушений почти нет. Поэтому чувствуется, конечно, чувствуются санкции, но, понимаете... Але наскільки вони їм заважають? Ну, тобто, дивіться, вони живуть, не маючи, ну, нічого від благ цивілізації, та? Це от вони відстають від усієї цивілізації, не знаю навіть, наскільки десятиліть, але все рівно, живучи в цих умовах, в бідності, в тому, що десь не вистачає їжі, не вистачає, напевно, і освіти, і культури, вони все рівно продукують бомби, вони все рівно продукують тероризм. Вот насколько тут діють ці санкції? Насколько вони дієві? Да, это действительно поразительная вещь, но это вот и есть исламская революция. Революция, она очень напоминает большевистскую, только большевистская была с коммунистической, марксистской идеологией, а это с исламской идеологией, потому что цель же Исламской Республики – это распространение шиитского ислама на весь мир, и в том числе уничтожение еврейского государства. Это, конечно же, это у них прямо в Конституции записано, что это одна из целей существования Исламской Республики. Поэтому они, да, еще немножко заберем у иранских детей немножко еды. Это вот реально, я читал про Айатоллу Хоменеи, он действительно живет в такой парадигме. Он говорит, вот там нам нужно то-то. Ему говорят, нет денег. Он говорит, ну ничего, вот я готов отказаться от завтрака. И каждый иранец готов отказаться от завтрака, но вот эти деньги мы должны выделить. Он действительно живет в такой парадигме. Злобный гоблин, злобный такой, который считает себя, там, не знаю, властелином колец, но при этом, да, он духовный лидер и считается там воплощением добра и мира. Вот религия, ну, любая религия, в общем-то, если ее довести до мракобесия, она превращается вот в это. Поэтому, да, теперь про санкции.
Понимаете, Байден 4 года назад победил на выборах и сразу начал отменять санкции против Ирана. Больше всего на свете он хотел сесть с Ираном за стол переговоров и договориться о том, чтобы снять санкции и вернуться в ядерную сделку. Это прям была его задача. Но иранцы были настолько глупы, что настолько фанатичны, что они не смогли договориться. Но все равно Байдену удалось и пару миллиардов денег им передать из замороженных активов, да, якобы на гуманитарную помощь, и часть санкций отменить. И вообще была совершенно уникальная вещь, когда Дональд Трамп вышел из ядерной сделки и вернул санкции. Дональд Трамп как раз-таки очень жесткие санкции ввел против Ирана, хотя он, в общем-то, вообще не сторонник санкций. То Евросоюз, который сказал, а мы не выходим из ядерной сделки, мы остаемся, и они сказали, мы готовы создать фонды, выплачивать Ирану компенсации за то, что он потеряет от американских санкций. Но иранцы оказались настолько фанатичными идиотами, что они даже с Европой не договорились по этому поводу. То есть просто Европа пришла и говорит, давайте все, что вы потеряете на том, что Америка вышла из ядерной сделки, мы вам будем возвращать. Нет, тоже не договорились. Ну, соответственно, я думаю, что иранцы сами не оставляют никакого другого решения своей ядерной проблемы, кроме как военной. Иранцы сегодня дрожат от страха при мысли, что Трамп может победить. И в этом смысле их интересы кардинально расходятся с Путиным. Да, хотя они союзники, mm-hmm. хотя сейчас будут друг другу помогать выживать под санкциями. Но Путин мечтает о приходе Трампа, потому что, ну, Трамп, судя по его риторике, да, принесет ему Украину на блюдечке с головой каемочкой, да, ну, по крайней мере, Путин так думает. Но у Ирана совершенно обратные интересы, они, конечно же, хотят всеми силами помочь Камале Харрис, именно поэтому они не заинтересованы в войне прямо перед выборами в Америке, потому что эта война может принести дополнительные очки Трампу. Мы видим, что Трамп изображает из себя сейчас такого Черчилля, а из Байдена и Камалы Харрис делает таких полных чемберленов. Ну, я могу сказать, что в некоторой степени это так и есть. И то, что сегодня мы пожинаем бурю, да, это результат того, что Америка посеяла ветер, когда они бежали, позорно бежали из Афганистана, и всем стало все понятно. Mm-hmm. Та, власне, «Нью-Йорк Таймс» написав статтю, що стоїть за поглядами Трампа на Україну, і там величезна аналітична стаття про те, як Путін впливав на Трампа і вкладав йому в голову, чому Україну треба не любити і не допомагати їй, і от навіть республіканці за це переживали. Цві, ви справді сказали про те, що до війни Ізраїль готувався з Іраном дуже довго і дуже добре підготувався. Ми пам'ятаємо і про те, як у Хезболи в Лівані вибухали пейджери, але кожен раз і Хезболла, і Іран кажуть про помсту. Сьоме число, буквально післязавтра, як ви думаєте, чи буде якась чергова атака? Що може Іран заподіяти, чи готує він щось для Ізраїлю? Знаете, я думаю, что Иран сейчас будет сидеть тихо. Будут, конечно, какие-то там попытки со стороны Хамаса, Хизбаллы, ну, того, что от них осталось. Может быть, хуситы, может быть, еще кто-то. Я думаю, что Иран как раз-таки сейчас будет сидеть тихо, потому что после запуска 200 баллистических ракет они же сразу сказали, это вот мы отомстили и за Ханию, и за Насралу, и все. И на этом мы получили сатисфакцию, на этом все. То есть они сразу сказали, что, типа, если вы не будете нам отвечать, то значит, военный вопрос исчерпан. Мы остановимся, и вот вы же хотите остановить, не допустить большую региональную войну. Но на Ближнем Востоке, и почему-то американцы до сих пор это не понимают, на Ближнем Востоке так не делают. Нельзя не отвечать на удары. Я считаю, что очень большой ошибкой Израиля было после апрельского обстрела, когда 14 апреля они первый раз совершили ракетно-дроновый удар по Израилю, было большой ошибкой не ответить. Не, конечно, там формально, помните, прилетел какой-то дрон и уничтожил какой-то радар. Нам сказали, что вот это был ответ Израиля, но никто его даже не заметил. Такой пук и все. То есть нам сказали, правда, что это очень важный радар, что Иран понял месседж, но мы видим, что Иран не понял месседж, и это был плохой ответ. Но сегодня всем понятно, на Ближнем Востоке на такой удар не ответить нельзя, потому что
Ну, потому что за ним последует 100-500 других ударов, потому что все считают абсолютно точно, что тебя можно бить, ты не ответишь. Нельзя на Ближнем Востоке на такой удар не отвечать. Поэтому я надеюсь, что он будет, когда Израиль сможет к этому подготовиться. Израиль показал, что мы, у нас длинные руки. Вот да. На примере Худейды Иран должен себе представлять, что прилетим, а боевая авиация в воздухе – это гораздо опаснее, чем баллистические ракеты, тем более, что у Ирана такое. Вот. Поэтому я все-таки думаю, что будет удар по каким-то военным объектам, ксировским объектам, может, по каким-то действительно очень дорогим радарам или там что-то можно себе представить. Відповідь одним словом відповідь буде. Я дуже дякую за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Цвій Зільбер, головний редактор «Лучшее радіо» з Ізраїлю, був разом з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.